В Атырау мало желающих получить вакцину среди педагогов. В связи с этим была сформирована специальная группа, куда вошли представители областного управления здравоохранения, управления образования и главный государственный санитарный врач области. Они посещают учебные заведения и активно проводят информационно-разъяснительную работу. Сейчас по области трудится более 15 тысяч педагогов. Из них 11 524 человека работают в школах, 3773 детских садах и 1935 колледжах. Пока около 5 тысяч человек из них привиты. То есть с марта месяца только у 30% учителей в организме сформированы антитела к коронавирусу. Это небольшой показатель по республике. Возможно, что разъяснительная работа проводится не на должном уровне, поэтому мы встретились с коллективом, отвечаем на вопросы сотрудников. С этой целью специальная группа провела встречу с педагогами колледжа имени Саламата Мукашева в городе. Собравшимся подробно разъяснили важность вакцинации, условия и правила получения прививок. Далее информационно-разъяснительная работа продолжилась в Атырауском агротехническом колледже и Атырауском гуманитарном колледже имени Катиры Дутбаевой. На совещании была озвучена необходимость формирования коллективного иммунитета. Спикеры также ответили на другие вопросы, волнующие участников по теме вакцинации. Отметим, что в регионе сейчас функционируют прививочные пункты в количестве 41. Зейнир Галит, Легкабыл Гумар, Жанар Сахнышкызы, телеканал Атырау.